Посвятая служба информации телерадиокомпании «Гомель», у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. У Беларуси сегодня отзначают День друку. Это профессийное свято журналистов газет и часописов, работников книжных выдавецтв и друкарняв. У 11 годов я настратила мати, у 17 отправилась на фронт военной медсестрой и дошла до Берлина. До Дня Великой Перемоги наши корреспонденты встретились с ветераном Великой Айчинной, гамельчанкой Аэлитой Самсоновой. Краса Усходу, самую пригожую и талиновитую супрацовницу, выбрали на комбинате в Гомельском районе. А зараз об этом меньшем больше подробязно. Сегодня у Беларуси отзначается День друку. На Гомельщине это профессийное свято журналистов 24 друкованных сродков массовой информации. Напередодні шерах выданий отримал дипломы переможцев и лауреатов республиканского конкурса СМИ. Наш корреспондент наведали редакцию Речицкой газеты «Дняпровец». На рабочем столе головного редактора районной газеты «Дняпровец» несколько узнагород. Статуэтка лауреата премии Министерства внутренних справ России «Шит и Пяро». У Решицы яе отримали первыми в Беларуси. Побач две золотые литеры переможцев республиканского конкурса сярод друкованных СМИ. Первая отримана у 2014 году, а другая на этом тыдні. А прача того, у активе редакции еще 8 дипломов лауреату конкурсу. Слоган выдания «Любимая газета рыжичан» сапраўды отповедая реальности. Газета всегда писала о речице и речичанах, об их проблемах, заботах, надеждах на лучшее. Именно поэтому все эти годы нас читают, выписывают, сейчас вот читают еще и в сети интернет. Поэтому свои местные новости, касающиеся родного региона, людей, которых мы знаем, ценим, любим, уважаем, о наших проблемах, которые, конечно же, у нас имеются, вот, о наших достижениях, которые тоже у нас имеются. Наверное, где-нибудь там в Минске, там, в Витебске, в Гомеле наши эти местные новости, они не очень интересны, но мы ими живем. Подчас планерки у головного редактора идет обмеркование артикулу апошнего номера газеты. У день друку он отримался сапраўды святочным. А прача поведомления об отримании золотой литеры артикул под назвой «Решицкий район» знов на дошцу гонору. У штогадовом споборництве по социально-экономичным развитии решичане стали переможцами сярод районов с колькостью населенства больше як 80 тысяч человек. У этом же выпуску выники проведения республиканской акции «Тыдень лесу» артикул об молодых мясовых талентах на вученцах Решицкой дитячей школы мастерству и материал об новых подыходах у работе гандлевых предприемств. Журналисты «Дняпровца» кажут, что цікавые для шиташа темы можно знайсти заусёды. Зараз районная рыжская газета выходит 3 раза на тыдень тиражом больше як 7 тысяч экземпляров. Причем на протягу опошних 15 году яна з'яўляецца самоокупной. Существует, опять же, обратная связь с нашими читателями, существуют звонки, письма, в пору соцсетей и развитие интернета еще больше. Вся эта связь нам намного ближе, поэтому... Во-вторых, наши предприятия всегда на плаву со временем, то есть они всегда новшества какие-то, инновации, то есть всегда есть новость, которую можно подать. А вопрос уже, насколько она будет интересна, это уже вопрос, мне кажется, журналиста. То есть в каком плане ее подать, в каком жанре ее подать, то ли интервью, то ли новости, то ли заметки, то ли репортажи, это уже вопрос исключительно к профессионализму нашим. И такий факт. Другую золотую литеру «Речицкий Дняпровец» отримал по выниках работы за минулый год. Менавіта у 2017-м у редакции означили 100-годовый юбилей выдания. Чим еще раз подтвердили, цікавым и запотребованным можно заставаться у любым узросте. Олег Шанцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Речицы. Мы віншуем наших коллег-журналистов с профессийным святом и жадаем усім творчих поспехов. Имя героини наступного сюжета вядомая бадай что кожному жыхару Гомеля. Романтичная, вытанчаная и вельми редкая Аэліта. Можно звав ее по-своему Элочка. У гостях у Аэліты Самсоновой, ветерана Великой Айчинной войны, доброй, чулой и интеллигентной жанчыны, напередодні Великого свята перемоги побывала наш корреспондент Марина Джалая. Мать Аэліты Ивановны звали так само вельми милогучно Янина. На фото у семейных альбомах яна молодая
і вельмі прыгожая. У снежні 37-го года, калі дачцэ было ўсяго 11 гадоў, Яніну Янаўну арыштавалі. У лютым 38-го расстралялі. Афіцыйна рэабілітавалі толькі ў 61-м годзе, а Эліта засталася жыць з бацькам у Арле. Толькі пачала звыкацца з думкай, што маці больш ніколі не абдыме яе, не прытуліць да сябе, не скажа пяшчотных слоў, як здарылася новая бяда. Ужо не сямейная, а трагедыя ўсяго савецкага народа. Пачалася вялікая айчынная вайна. День был прекрасный, мы, двор у нас был дружный, дети дружили, мы помчались на речку с утра пораньше, а возвращаемся, у нас во дворе уже женщины плачут, слезы, и говорят, только что вот было, Молотов сказал, что началась война. Ну, мы же были так воспитаны в то время, мы же такие песни пели, если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напев и могуч, и суров. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов. Были готовы к подвигам военным уже заранее? Да, 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 да. Ну и мы, конечно, все были уверены, что фашистов не допустят никуда и тут же выгонят их обратно. И первое время, пока до Орла не пошли, ну уже сразу появились отсюда, с запада, с Бреста, с Белоруссии, очень много беженцев появилось. И в начале июля вечером, ну, еще светло было, часов 9, и вдруг слышим гул, самолеты, целая армада летит. Мы, конечно, думали, что это наши. Ой, самолеты, самолеты. И вдруг от них точечки отделяются, падают на город, начинаются взрывы. Вот тогда мы поняли, что значит война. Что значит война, да. Яшчэ да гэтага 15-гадовая Эліта скончыла курсы санітарных інструктараў. Зараз атрыманыя веды трэба было пацвярджаць на практыцы. Яна ніколі не забудзе сваю першую раненую жанчыну, якая пацярпела ад бамбёжкі. Дрыжалі рукі, калацілася сэрца. Кроў у жанчыны біла фонтанам. Эліта зрабіла ўсё, чаму паспела навучыцца. На жаль, раненне было смяротным, і пазней у шпіталі яна ўсё ж такі памерла. Дарэчы, працаваць у шпіталі Эліце было нельга. Яшчэ не подыходзіла па ўзросце. Прыйшлося адправіцца да цёткі Адэлі ў Ташкент, куды яе эвакуявалі з Москвы. Там дзяўчына працавала на заводзе. У 43-м, у 17 гадоў Эліту прызвалі на ваенную службу. У Ташкенте сфарміравалі шпіталь, з якім яна і прыехала ў Гомель. Гомель был очень сильно разбит. Вот Рокоссовский в своих мемуарах пишет, что он не встречал, чтобы фашисты с такой злобой разрушали такой красивый город, как Гомель. И даже во время боев уже в наши войска вошли, немцы еще поджигали, факельщики поджигали еще деревянные дома. А тут же вот этот дом, между прочим, коробка, он двухэтажный был. Вот часть этого дома осталась, ее восстанавливали пленные немцы и надстроили третий этаж. Медсестрой Эліта прайшла ўсю вайну, дайшла да самага Берліна, лячыла, насіла раненых, выратоўвала, гейла раны фізічныя і суцяшала душэўныя. Менавіта ў шпіталі яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам Барысам. Жыццё развяло іх да канца вайны, але яны пісалі адзін аднаму пяшчотныя і кранальныя лісты, ваенныя трохкутнічкі, да самага дня перамогі. Яго, дарэчы, Эліта Іванаўна не забудзе да канца свайго жыцця. Бежыць раз цельные девчонки, девчонки к штабу, а тут уже стрельба идет, что ничего не мы думаем, может, на нас напали, мы бежим к штабу, прибегаем. Начмет выходит, говорит, девочки, кончилась война, сейчас в Берлине Жуков принимает акт о капитуляции от Кейтеля. Это еще где-то было, ну, около 12 часов ночи.
Ну и, конечно, тут же, какой уже, какая ночь, какой сон. Наша гутарка за Элитой Ивановной была вельми протяглой. На жаль, рассказать все в сюжете не отрымается. Мы развитывались, до речи, вельми натхненные. Нашей суразмовце 92 годы. А яна не только вяде активный лад життя и каждый свой день наполняет цікавыми справами и сустречами, але и на ты с компьютером и интернетом. Мает поведный сертификат о пройденных курсах. А зараз проз интернет оплачивая коммунальные послуги, читая новины и по скайпе размовляя с родными и сябрами, якія у Элиты Ивановны живут по всем свете. Когда надо время скоротать, я как сяду за компьютер, батюшки, думала на полчаса. И опошня. Элита Ивановна – счастливая мать и сына, и дочки. Любимая бабуля для трех унуков и для трех прабабуля. И приклад самоотданности, оптимизму и життялюбства для каждого из нас. Марина Джалая, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская мытня отзначила 25-годие с даты створения. Урочистости с этой нагоды отбылись на передодні. За четверть стагодия служба прошла великий шлях у своем развитии. Зараз Гомельская мытня – это сучасное подразделение, которое стоит на обороне экономичного суверенитета и безопасности. Спогнание платежов у полном объеме, худкое и якостное здесьнение контролю и борьба с контрабандой – головные приоритеты у работе гомельских мытников. За нами родима. Гэтым лозунгам, змешчаным на стягу мытнага камітэта Беларусі, кіруюцца супрацоўнікі службы. Дарэчы, згуртаваны калектыў прафесіяналаў – галоўны фактар поспеху не толькі ў прафесійнай сферы. Калектив – это, наверное, самое главное, потому что если нет коллектива единомышленников, то, наверное, не получится делать одно общее дело. Я со всей уверенностью могу сказать, что такой коллектив единомышленников, хороших, крепких профессионалов сформировался в Гомельской таможне. Вот, безусловно, этому в том числе помогает и наше взаимодействие с ведущими вузами нашей страны, в частности, с Белгутом, там, где готовится наша смена, там, где готовятся будущие таможенники, молодые таможенники. Под час урочистого мероприемства супрацовники гомельской мытни были отзначены узнагородами. Сегодня у Гомеля открыли мотосезон. На пляцовце каля палаца водных видов спорту собралось каля 300 мотоциклистов. Супрацовники Державтоинспекции на уезде проверяют техогляд. Безпека на дорогах выше за все. И удельники мотопробегу с этим сгодные. Главное, чтобы все прошло красиво, без эксцессов, согласно законности. Мы работаем с отделом пропаганды ГАИ, помогаем, выявляем, сотрудничаем. Жизнь одна, она очень легко может закончиться. Поэтому надо быть очень внимательным, бдительным, контролировать себя. Тут и опытные байкеры, и новички. Немало сирот водителей и жанчин. У 12 годин начинает формироваться колонна. Колона накіровується проз центральные улицы города у філіял дитячого городка спортивно-технічних видов спорту. Там в урочистой обстановке віншування от опытных байкеров приймают молодые удельники спаборництва по мотошматборі. После чего все накіровуються на международный фестиваль «Моторфест», який проходит сегодня у Зябровце. Тальяночка и Зязюля у выконании замежных студентов. У Белорусском державном университете транспорту прошел республиканский фестиваль военно-патриотичной песни, присвященный надыходящему Дню Перемоги. Подробности у материале Ганны Корольчук. Лю Мэн и Ван Син приехали с Китайской Народной Республики учиться у Белорусском Державном Университете Транспорту. Девчины выучают русскую мову всего несколько месяцев, однако не побоялись выйти на сцену. С лиричными, литературными и музычными композициями перед глядачами выступили так само студенты из Туркменистана, Таджикистана и Республики Конго. Ректор университета Юрий Кулаженко отзначает, транспорт связывает помеж собой разные города, краины и континенты и помогает развитию интернациональных связей. Тому символично, что пляцовка для проведения
проведения такого фестиваля стал менавито Белдуд. Это здорово, что к нам в университет приходят иностранные студенты. И мы рады всем национальностям, без исключения. Главное, чтобы помыслы наших партнеров, наших студентов иностранных были чисты. Мы выступаем за мир без насилия, без войны. Я поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы. И пусть сегодняшний праздник, который мы будем проводить в стенах университета транспорта, будет таким же светлым, как является праздник Великой Победы, светлым для многих народов мира. Мета фестывалю военно-патриотичной песни – умацывание интернациональных сувязей сярод молоди и притягнение уваги замежных студентов до исторической спадщины Беларуси. Окромя тематичного концерта, подчас фестивалю в Университете транспорту разгорнулася выстава декоративно-прикладной творчести студентов и интерактивные пляцовки. Усе жадаючие могли почаставаться солдатской кашей, выпить горбаты за баранками або познайомиться с национальными стравами інших країн. Я на третьем курсе учусь. Вот наше национальное блюдо – плов и самса. Мне нравится тут учиться. Мне очень понравилось. Я участвую в мероприятиях, в конкурсах. Наша однокурсница Огулнур выступает в нашем концерте, да. А ведущий тоже Джума Мурадов, наш тоже. Анна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Народный баянный оркестр под керавництвом Татьяны Баглай при Гомельском державном колледже мастерства имя Соколовского покорил сцену Российской академии музыки имя Гнесиных. Гомельские баянисты, признанные лепшим оркестром по выниках 16-го международного дитячо-юнацкого музычного фестиваля «Гучить Москва». Быть настолько зачарованным гучанием своего инструмента у стенах сусветно ведомых залов Москвы, что забыть про хваляванне, страх конкуренции и перемогчи. Это про гомельских баянистов, навученцев колледжа мастерства имя Соколовского. Международное журы, якое представляли заслуженные артисты России, профессоры Академии музыки, одноголосно на 5-9 вышейший бал оценили выступление Гомельского баянного оркестра. Причем у этой номинации споборничали все виды оркестров – струнные, духовые и народные. Навученцы Гомельского колледжа упершиню примали удел у международном музычном фестивале «Гучить Москва». Перемога подарила нашим баянистам не только радость отдаваться и признание сирот коллег из разных краин. Незабывной подеей для 30 гомельских музыкантов стало выступление на гала-концерте у сусветно ведомой концертной зале имя Чайковского. Это уже, наверное, просто фантастическое выступление для любого музыканта, особенно, наверное, для баянистов, а уж для 30 баянистов одновременно, потому что это святилище просто искусство, культуры многих, веков уже. Самые известные люди, самые наши композиторы. И просто побыть внутри, побыть за кулисами, выйти на эту сцену, взять звуки. На такой сцене я в первый раз выступил. Но это конкретно в Чайковского. Вот если в Гнесиных еще меня не сильно удивило, но в Чайковского зал – это удивительно. Я на самом деле знал, что мы возьмем первое место. Потому что все были готовы, подготовка была хорошая. На комбинате «Усход», что у Гомельском районе, выбрали самую прихожую супрацовницу. Напередодні там прошел конкурс «Краса Усходу». 9 удельниц представили на суд журы свои творчие здольности, продемонстрировали володание ораторским и кулинарным мастерством, внешнюю и внутреннюю прихожесть. По словам организаторов, до конкурса начали рыхтоваться месяц тому. Обрали претенденток, працевали над дефиле, хореографией и навыками публичного выступления. А кроме того, конкурсанткам было дадено задание приготовить стравы в сходней кухне. Оценивали присмаки гости, которые пришли подтримать коллег-прихожунь. На сцену претендентки на титул «Краса Усходу» вышли у яскравых убраннях и босонож. У зале отчувалося хваляванне. Не кожный день гэтым жанчынам доводится на подиуме демонстрировать свою прихожусть. Частей их можно убачить за оформлением документов, подчас перамоти, за працею поле. Не только работаем и живем, не только работаем и должны жить. Жизнь многообразна, прекрасна. Поэтому сегодня один из таких дней, когда женщина вот может показать себя. Я надеюсь, что они сами сегодня получат удовольствие от того, чем они занимаются, как они выглядят, как они себя чувствуют. По выниках конкурсных выпробований титул «Краса Усходу», корону и грошовый приз завоевала Вольга Шкірман, начальник засолочного цеха.
Венценосная сям'я, шлях любові. Вистава під такою назвою відкрилася у палацу Румянцевих і Паскевичів. Експозиція розповідає про чоловічі якості, справжнє почуття і сімейні взаємоотносини опошнього російського імператора Миколая II. На виставі представлено більш як 200 копій фотоздимків, документів, дзённікових записів, успомінів відавочців, оригінали яких заховуються у Санкт-Петербургу, Москві, Золотовусті і Могильові. На чорно-білих здымках розныя моманты жыцця венцаноснага сямейства, пачынаючы з дзіцячых гадоў цесаревіча Миколая і заканчваючы апошнімі днямі яго сям'і. Выстава распавядае ў першую чаргу не аб дзяржаўнай дзейнасці імператара, а хутчэй раскрывае яго вобраз як уважлівага і клапатлівага мужа і бацькі. Тут таксама можна ўбачыць экспанаты з фондаў музея Гомельскага палацава-паркавага ансамбля, памятныя медалі, перыядычныя выданні, сапраўдныя фатаграфіі, дакументы і матэрыялы, якія розповідають об знаходженні Миколая II у Гомелі і його зустрічі з апошньою уладальницею гомельського майонтка княгиней Іриной Паскевич. Виставка в першу чергу грає огромне воспитательне значення, так як здесь показані настоящие человеческие чувства, то, що, може бути, многим із современников не вистачає, которые стремятся за кар'єрою, которые в суматохе дней не всегда можуть остановитися, подумать о вечности, подумать о каких-то человеческих отношениях. И в первую очередь это выставка напоминания о тех человеческих, настоящих человеческих качествах, которые существуют у каждого из нас. Гэта, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і до новых сустрэч у эфіры.